Чувак, здорово. Смотри, что принес. Ля, братанчик, это, блин, бананы. Я пишу сценарий на реально годный рецепт. Давай потом с ними разберемся, ладно? Ты что, не выкупаешь? Это твой новый рецепт, да, вообще-то. Ну, допустим, а что мне с ними делать? Тут кто, повар, я или ты? Пожарь их или свари, не знаю. Что-нибудь сделай все-таки. А это мысль. Жареные бананы. Снимаем. Всем привет! Сегодня на канале у нас рецепт жареных бананов. Для этого нам понадобится 2 банана, 3-4 ложки сахара и сливочное масло. Нарезаем наши бананы одинаковыми кусочками для того, чтобы они равномерно обжаривались и их можно было удобно переворачивать. Нарезаем бананы вот такими кусочками и идем в сковородке. Для начала мы должны разогреть нужную нам сковородку. Вот она. Ставим максимальный огонь. И берем хороший такой шматок сливочного масла. Вот оно. Вот. Отрезаем примерно вот такой кусочек. И ждем, пока оно растает. Масло почти растопилось. Немного уменьшаем огонь. И добавляем сюда 3-4 ложки сахара. Вот такие вот. Теперь перемешиваем, чтобы получилась однородная масса. Как только более-менее загустеет, добавляем немного воды, дабы сделать сироп. Огонь можно сделать прежним, то бишь максимальным, дабы ускорить процесс. Как мы видим, оно уже приобретает какую-то однородность. Так. Настало время добавить водички. Мы заранее вскипятили воду, чтобы она была горячей, и мы могли ее подлить в нужный нам момент. Тщательно перемешиваем, дабы получить сироп. Отлично, в получившуюся массу мы добавляем наши бананы. Сейчас оно еще немножечко подкипит и будем добавлять. Располагаем бананы так, чтобы они все лежали одинаково, дабы нам было проще отслеживать готовность. И переворачиваем их, когда нужно. Теперь мы выпариваем остатки нашей импровизированной карамели и даем бананчикам постоять на огоньке. Комната потихоньку заполняется ароматом поджаренных бананов в сахаре, и это просто невероятно вкусно. Thank you.
после того, как мы дали нашим бананчикам немножко постоять отдохнуть, мы можем их пробовать. Так. Вот сейчас просто балдеж. Нежный, мягкий, карамельный банан. Господи, как же это, блин, классно. Карамельки вишки. Ладно, пока поживем. Боже мой, как это круто. Да. Вот это вот коричневое, это не нагар. Это не то, что поджарилось. Это карамелька. Ребята, это карамелька. Господи. Офигенно зайдет к чаю, как десерт. Просто, если кто-то с утроежкой, посыпь у меня, этот рецепт ваш любимый будет. Может, здесь сахара много. Банан сам по себе сладкий, плюс мы его карамелизируем на сковородке. И делаем просто космическую штуку. Подписывайся на канал, ставь лайк, делись видосиком с своими друзьями. И помни, готовить может каждый. А я пока поем. Бля, как серьезно, я прям вот ем, и мне кайф. Такой десертик, слышишь? Ну, знаешь, разваливается прям вот. Настолько нежно, что ты вот кладешь, и все. Тает начинает. Да, я попробовал. Господи. А еще сахар, он уже типа там поджарился. Карамелька. Карамелька. Знаешь, вот я сейчас кайфанул. Просто кайфанул. Мое почтение. Мне кажется, еще таких рецептов 7-8, запивая колой, и просто меня забирают в больницу с диабетом. Отвечаю.